Друзья, привет! Что делать, если вам отказали в регистрации вашего дома или постройки? Если легализовать постройку административным образом не получилось, вы получили отказ в праве зарегистрировать объект в собственность на уровне органов власти или уровня Росреестра, единственный способ решить проблему – подать иск в суд. Как показывает практика, шанс получить положительное решение довольно высок. Для этого к предыдущему письму документов добавится исковое заявление – раз, квитанция об оплате госпошлины 2, копия отказа в праве регистрации на собственность. Размер госпошлины исчисляется, исходя из стоимости вашей постройки. Также определяется суд, мировой или районный, который будет рассматривать дело. Чтобы рассчитать стоимость постройки и получить соответствующее заключение, придется обратиться в специализированную компанию. А судебный процесс не обойдется, скорее всего, без привлечения квалифицированного юриста. При положительном решении суда вам нужно будет снова обратиться в Росреестр или МФЦ, где право собственности оформляют на основании уже данного решения. С вами был юрист, эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Если есть вопросы, пишите в комментариях. До новых встреч!